Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Кубки, медали, индивидуальные призы. Каждый получает по заслугам. Самарской любительской хоккейной лиги финишировал 6-й сезон. Днем они директора предприятий, ректоры институтов, врачи, рабочие и студенты. Вечерами с сентября по май игроки команд. В лиге все по-настоящему. Тренировки, выставочные матчи, чемпионат Самары, кубок лиги. 1450 человек в этом году играли в Самарской любительской хоккейной лиге в 50 командах, разбитых на 4 дивизиона. Получилось где-то за сезон 1500 игр. Лучшие 4 игрока каждой команды награждаются еще почетными грамотами СЛХЛ. Да, и каждый, значит, по категориям нападающий, вратарь, защитник. Много было интриг. В каждой группе играли и как на чемпионство, так же и потом на кубок. Так что конкуренция была в каждом дивизионе. Вот. И те, кто играл ниже, все равно боролись, и каждый приходил. Но в хоккее нет по-другому. В хоккее все приходят играть и побеждать. Команда «Вымпел» из дивизиона А. Здесь играют бывшие профессионалы и продвинутые любители. Чемпионат города начала неуверенно. В коллектив в межсезонье пришло много новичков, и почти до самого финиша соревнований «Вымпел» искал свою игру. В результате нашел серебряные медали чемпионата города и победа в кубковой серии матчей. В финале «Вымпел» сдался щит со счетом 2-0. Плей-офф для нас оказался успешным. Мы в этом году показали тот уровень, который, в принципе, в начале года и закладывали, ну, планировали показать. Команда у нас тоже непростая. Соперники, когда уходили против нас, тоже мандражировали, и это чувствовалось. Поэтому инициатива, по большей части, была за нами, поэтому здесь бояться было нечего. Еще одна команда смелых из дивизиона «Д». В этой группе играют пенсионеры и аутсайдеры Самарской любительской хоккейной лиги. «Мир» в этом сезоне забрал все главные призы, стал чемпионом и выиграл кубок. В нашей истории новейшей есть, это уже 5-я победа, когда мы завоевываем кубки. И, конечно, отстоять всегда труднее, потому что соперник особым образом настраивается на команду, которая зарекомендовала себя как лидер. И с нами все бились очень серьезно, боролись, и мы это всегда чувствовали. В дивизионе «Б», где играют хоккеисты-спортшкольники, чемпионом стали «Акулы», а кубок достался «Нефтянику». В чисто любительском дивизионе лидерство захватила «Чайка». У нее два главных трофея – золотые медали чемпионата «Самары» и кубок. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!